Ваше имя? Карл. Дайте угадаю, Карл. Кто-то уговорил вас прийти сегодня сюда, не так ли? Да. Да! А вы уверены в том, что вам это необходимо? Нет. Мистер, нет! Мистер, нет! Мистер, нет! Мистер, нет! Ты мертв, Карл. Точно! Да! Ты говоришь «нет» жизни, поэтому ты не живешь. Ты придумываешь оправдания для людей вокруг и для себя самого. Ты долгие годы занимаешься одной и той же бесконечной работой. У тебя нет девушки, нет ни одного близкого тебе человека. И ты потерял любовь в своей жизни, потому что она не могла быть с тем, кто не живет на полную. Да, точно! Да уж.